11 мастер-классов, 450 участников. 2 октября в ВИАТГУ стартовал проект «Студвесна. Мастерские», где студенты смогли прокачать навыки по всем творческим направлениям студенческой весны. Как я говорил, что это витало в воздухе, и решили подать на грант вот такую тему, проект «Студвесна. Мастерские». На грант Росмолодежи, который проходит каждый год, да. И этот проект выиграл. В этом году, когда студенты сами между собой провели мастер-классы, обмен опытом перед студенческой весной было, сразу созрела мысль сделать более профессиональные мастер-классы, чтобы с ребятами общались, можно так сказать, профессионалы в своих направлениях, своего дела. Спикерами мастерских выступили известные творческие личности города, которые сами когда-то принимали участие в концертах студенческой осени и весны. Больше всего знаний, если можно так назвать, я получила по ведению концерта. Мне очень понравился спикер Михаил Лебедев, потому что он всегда, во-первых, сидит в жюри на студенческой весне, и его мнение для меня очень важно. То есть, и, в принципе, этот человек очень всего достиг, и он пример для меня, как творческого человека. Я еще была на танцевальном мастер-классе. Мне очень понравился спикер Ирина Брежнева. Я не танцую, но мне хотелось танцевать. То есть там была такая атмосфера, и спикер погрузил в эту атмосферу. И мне очень не хотелось уходить из этого. Я считаю, что это действительно очень нужно для ребят, особенно перед сезоном концертов, потому что они для себя откроют что-то очень важное и очень крутое. Для меня классным мастер-классом в этот раз был по вокалу. Я никогда не занималась вокалом в своей жизни. Вот я была руководителем художественного слова у себя на факультете, и все. И как Марина преподала все это, как она рассказала об упражнениях, провела с нами именно практическую часть, это было настолько весело, настолько забавно и интересно, что как раз через это, через ее энергию, которую она давала, она просто бомба, я не знаю. Это было настолько невероятно, что я все запомнила, все, что она говорила. Впереди ребят ждет студенческая осень, на которой станет понятно, как повлияло проведение мастер-классов на качество номеров и смогли ли ребята вдохновиться и взглянуть на создание концертов под другим углом. Студ-клуб. Удачи на осени!